Здорово, Ютуб. Пока убираю снег, хочу побазарить насчет замерзает лобовое стекло. Почему и как это убрать? Видите, у меня не замерзает. Ну, так замерзает, если я ленюсь и кое-что не делаю. В общем, нас всех бесит, когда лобовое стекло замерзает. Что снаружи, что внутри. Двигатель, в принципе, уже, например, прогрелся, но лобовое стекло замерзло, и дополнительно 5 минут мы еще греем. Чтобы этого не было, давайте сначала пройдемся по классике, что вы очень часто слышите. Надо после каждой поездки открывать двери, да, надо, чтобы автомобиль был холодный. Надо сушить коврики, чтобы они, то есть, ну, не сушить, а вливать воду, выкидывать снег, чтобы они были сухими, не было там влаги. Это вам все, в принципе, не поможет. Поможет то, если вы откроете капот и 5-7 минут капот будет открытый. Самое тепло идет от двигателя. Как вы салон бы не остужали, хоть полчаса, хоть целый час. Капотное пространство остывает 4 часа примерно. И вот смотрите, я тут постелил, и от дефлекторов идет тепло, потом идет конденсат, и потом вода замерзает на лобовом стекле и внутри салона, и снаружи автомобиля. Так что лучше открыть капот, если вас реально запарила эта тема и сильный мороз. Пусть лучше остынет так. Но если вам это все не помогает, что я хочу сказать, значит, у вас борода. Значит, у вас вода под ковриками. Значит, мокрый пол. Вот это задница. Это вы уже... В зиму вы ничего не измените, совсем ничего. Это только весной. Все скрывать, все сушить. Ну, в принципе, зиму можно. Ссылочка в конце будет. Спасает кошачий наполнитель. Не сильно спасает, но есть эффект. Так что, знаете, если у вас замерзает лобовое стекло изнутри толстым слоем, прям толстым слоем, это вода в салоне. Влага. Вот про что я хотел поговорить. Я сейчас вот покажу. Вот все дефлекторы закрыты. Это когда я уже не остужаю автомобиль, ну, капот когда не открываю, я закрываю дефлектор. И то нет-нет, да, бывает замерзает изнутри слегка. А так в основном вон причины. Там. Ну, если у вас постоянно под пол вода не идет, если как-то попало однократно, просто помогает. Включили печку на самый горячий режим и обдув на ноги. Неделю интенсивной езды пол высыхает. Но я обычно так делаю в зиму, осенью, когда это имеет смысл, когда не так еще холодно. Ну, в общем, вот так вот, что я хотел сказать. Ну что, всем пока. До следующего видеоролика. Подписываемся, ставим лайки.